Представляю вашему вниманию бойца в синем углу клетки. Ему 25 лет, рост 172 сантиметра, вес 61,5 килограмма. Его профессиональный рекорд. 3 победы, ни одного поражения. Его стиль ММА. Из Узбекистана Азизбек Эмманов. А вот его соперник в красном углу клетки. Ему 20 лет, рост 172 сантиметра, вес 61,7 килограмма. Его профессиональный рекорд. 4 победы, 2 поражения. Его стиль ММА. Из города Грозный, Чеченская Республика. Эльдар Манапов. Рефери в октагоне Гирихан Шибилов. Ну что ж, дорогие друзья, 18-й бой сегодняшнего вечера. Да, Эльдар Манапов против Азизбека Эмманова. И уже очередной нашей именно телевизионной трансляции. Ой, какая классная связка. Очень редко закладывают несколько ударов подряд ногами в голову. Здесь здорово так, хай-кик, и после этого продолжил Ширимаваша. Хорошее попадание справа от Манапова. Ну, серьезно так настроен, да. Апперкот в блок, но все-таки через блок, судя по всему, достигает удары у Эльдара. Видимо, зарядился просмотром предыдущего поединка, где был такой вот тоже несколько таких эпизодов жесткой рубки. Вот сейчас подскользнулся, но тоже, посмотрите, как не растерялся в одну ногу. Как интересно выглядело, да? Так, как будто, знаете, упал, о, увидел ногу, схватил, перевел. Интересный эпизод. Да, вот так вот с оплошностью свою, да, вот, быстро. Использовал как возможность, да. Да, закрыл. Ну и клинч. На выходе из клинча был локоть у Манапова и попытался справа зарядить. Эмманов и хороший фронт-кик от кыргызского бойца. Начинает, да, отыгрывать свое. Ну, очень такой мощный, да, атлетичный Азизбек. Да, спина мощная. Если он всю спину будет вкладывать в удар, будет очень опасно. Другой момент, что может быть лучше не в каждый. Потому что тогда можно быстро вымахаться. Но то, что потенциал у него очень хороший, в том числе в ударной технике, это очевидно. Ой, хорошее колено от Манапова, но тут же его подлавливает Азизбек, хотя кто здесь кого подлавливает? Ну, не успел перешагнуть ногой и остаться за спиной. Сейчас боковом контроле Манапов, конечно же, нужно сейчас максимально постараться выиграть из этого пользу, да? Угу. Ух ты! Классно! Ну, захватил вот так ноги. Честно говоря, я не сказал бы, что это супер удобно так держать треугольником ноги оппонента. Ну вот он использовал это именно как промежуточную версию для того, чтобы зайти в маунт, а потом в бэк-маунт, что очень удобно. Вообще в похожем стиле хорошо ноги держат бойцы команды Хабиба. Угу. Ну, собственно, пока, честно говоря, только они. Да. И я не видел, чтобы кто-то еще мог это реализовать. Более или менее у Багова получалось. Ну, после как раз-таки совместных тренировок с ними. И ну, попытки даже, кстати, вот эти вот попытки, я долгое время наблюдаю, что уже все бросили. Да, ну потому что есть более простые варианты. Вот, смотрим. Ой, здорово, потенциальный болевой на ногу в этом положении. Но если хорошая растяжка у спортсмена, может быть, и не будет приема. Не будет приема. Молодец, киргизский спортсмен, конечно, Эмманов в этом плане. Но при этом позицию не совсем, да, так вот потерял. Так, безвыигрышную позицию не попал. Не, ну, сам Манапов. Мы Манапову в любом случае благодарны за эффектную попытку проведения такого изящного приема. Вот он в какой-то момент стал популярен. И не позволяет зафиксировать себя Эльдар. Хотя вот сейчас, да, все-таки усадил у сетки Азизбек Эмманов. Мощная поддержка у Манапова.
Да, ну что ж, и работа сверху киргизского спортсмена. Мы видим, как контратакует успешно Мунапов. И да, 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 делает перевод. И очень важный тейкдаун. Ну, конечно, особенно в последнюю минуту. Вот, очень весомая записка в судейских... Запись в судейских карточках. Накидывает удары Эльдар Мунапов. Еще один за другим. И садится за спину, заправляет. И снова пробует. Еще одна попытка. Снова пробует делать этот прием. И сейчас, кстати, может получиться теоретически, потому что захват очень неплохой. Но, видимо, действительно шикарная растяжка у киргизского спортсмена. Выходит. Выходит он и во второй раз. Ну вот у кого такой растяжки нет, там лопается просто все. Ну, то есть мне сразу надо стучать, да? Ну, если я окажусь в такой ситуации. Не хочется признавать, но и мне тоже. Я бы не хотел попадаться на такой прием. Ну, в принципе, наверное, не хотелось бы. Не самое это, что кому-то пожелаешь. Итак, завершается у нас первый раунд. С некоторым преимуществом. Ну, яркий. Мунапова, да, прошло. Да, и огрызался Азизбек неплохо, но все-таки таких эффективных действий, которые, да, эпизодов было больше у Эльдара. Ну что ж, и последим за развитием, какой будет раунд второй уже совсем скоро. Итак, раунд под номером 2. Азизбек Омонов, Эльдар Мунапов. Кстати, это уже 18-й бой сегодняшнего турнира. Да. Ну и пока Эльдар Мунапов смотрится несколько более активным, несколько, может быть, более успешным. Впрочем, вполне достойную оппозицию, по крайней мере, создает ему Азизбек Омонов из Бишкека. Ой, здорово, классно попадает, да, справа. Что здесь будет? Зацеп? Скручивание можно было еще попробовать. Пока не получается. И локти тут, конечно же, выпускает Мунапов. Хорошая история. Мы уже видели ряд нокаутов в таком положении локтями. Вот, Богдана Гуськова могу вспомнить. Так нокаутировал, по-моему, на RCC, что ли, своего оппонента. Или на Fight Night. Ну и сейчас... Разрывает все-таки этот замок на своей пояснице Эльдар Мунапов. Хороший. Посвежее выглядит Мунапов. О, еще одно колено. Еще добавляет. На, и, по-моему, сейчас будет обострение. А нет, все-таки вместо того, чтобы попробовать завершить все стойки досрочно, будет очередной перевод, по крайней мере, его попытка. Да, в одну ногу усадил. А удержит ли? Ну, все шансы, в принципе, чуть-чуть подкрутить осталось, и все. Однако... И здорово. Да, получилось. Не стал подкручивать, прям вырвал из-под него ноги Мунапов. И зайдет, видимо, за спину. Однако с помощью стены пока защищается Азизбек Омонов. Набрасывает один за другими удары Эльдар Мунапов. И вот мы видим перевод. Мы видим перевод. Сейчас, скорее всего, зафиксируется за спиной. Да, вполне себе получается. Мунапов. Однако позиции, которая привела бы сейчас к удушающему, пока не видно. Надо размягчать соперника, ну, то есть бить. Или же все-таки как-то... Ух ты, чуть не слетел сейчас со спины.
может быть, намеренно. Как-то искать шею, конечно. Чуть не сказал, накат 2 балла. Так, ну Мунапову, естественно, предлагают встать. Все логично. Так, зашагнул. Нет, неудачно, но вот сейчас будет снова проход. Затянет под себя Эльдар Мунапов. Однако вот, смотрите, контрприем в виде руки. Вот плечо бы еще засунуть под Мунапова, бойцу в синем углу, Омонову, Азизбеку. Тогда было бы, конечно, опасно. Ну, очень оживились трибуны и угловые, и секунданты. Все-таки чувствуется, видимо, что создает достойную позицию киргизский спортсмен. Но, с другой стороны, для победы ему нужно что-то большее. И еще одно колено. Очень много этих колен. И по корпусу, и в голову прилетело от Мунапова. При этом сейчас Азизбек отметил левым хорошо на выходе. Перкот еще. Ну, кстати, удары пришли с цель. Киргизские секунданты, точнее, секунданты киргизского спортсмена как раз подсказывали, что нужно бить перкот. Ну и подловил сейчас Мунапов соперника, перевел его на канвас. И концовка раунда. И куда не спешит, вот так вот набрасывает Эльдар Мунапов удары. Правильно, сейчас смысла нет выплескиваться. Ну да, потому что, очевидно, досрочно завершить не получится. Слишком прочный соперник. Да и времени мало. Да, силы тратить. Ну зачем, если доминируешь положение и так есть. Ну давайте смотреть, давайте смотреть. Ждем третий раунд. А пока лучшие моменты. Ну что ж, в этом действительно упорном бою сейчас, очевидно, будет так или иначе апогей. Третий раунд. За, ну, я думаю, некоторое преимущество выскажется наибольшее количество судей. Некоторое преимущество Эльдара Мунапова. Поэтому я думаю, что досрочные нужно пытаться завершать этот поединок в свою пользу Азизбеку Омонову. А Эльдару Мунапову, в принципе, достаточно столь хорошо получающихся сейчас у него переводов. Хотя и на руках тоже у него есть очень хорошие моменты. Да, мне кажется, на руках плюс-минус даже одного уровня. Но да. Риск выше, когда ты на руках. Конечно, зачем? Больше. Тем более, вот только что отдыхал оппонент и, очевидно, заряжал сейчас апперкот. Прям видно было. В такие моменты надо бить уже зачастую, когда человек понимает. Ой-ой-ой, какое колено! И еще несколько попаданий с рук. Пока не видно, чтобы они сказывались радикально, но, тем не менее, видно, что попадает довольно плотно. Есть ощущение, что вот,
Омонов где-то прихрамывает, что ли, на правую ногу. Да, очень может быть. И по две ноги как раз сейчас ловит соперника, подлавливает соперника Эльдар Мунапов. Есть тейкдаун, есть позиция сверху, есть удар локтем. Есть работа голова-корпус или корпус-голова. Необходимый актив демонстрирует Эльдар Мунапов. Ну, наверное, не ждем сейчас там треугольник руками или что-то еще. Во-первых, положение не то. Во-вторых, ну, очевидно, способны нейтрализовать почти во всем друг друга бойцы. Что хочешь делай, но выйди оттуда, Азиз, кричат. Омонову. Ну, в принципе, довольно логично, потому что... А вот здесь треугольник руками вполне себе может получиться. Интересно. Вот такого треугольника руками я, кстати, не видел, не встречал. Ну, вот положение сбоку, как мы видим сейчас. Да. Вот здесь хорошая может попытка. И все нормально показывает Азизбек. Посмотрите. Перетерпел. Да, молодец, молодец. Перетерпел, молодец. Сейчас спину снова забирает. И опять это все-таки есть сдача. Подключил спину Эльдар Мунапов. Я держу третью подряд победу. Седьмую в карьере. Ну, честно говоря, очень нестандартное итоговое исполнение треугольника руками. И верил он в свой прием, пытался довести его до конца, и в итоге получилось. Потому что, по-хорошему, это получился треугольник руками фактически с положения со спины. Ну, это же большая редкость. Очень неуступчиво, очень непростого соперника проходит Эльдар Мунапов. Одерживает он очередную победу в карьере. И с чем мы его, конечно же, поздравляем. Да, действительно важный бой наверняка для его карьеры, потому что сильный боец, отдадим ему должное. Наверняка тоже вернется за новыми победами Азизбек Омонов. Но сегодня победу будет праздновать именно Эльдар Мунапов. Дорогие друзья, уважаемые гости, на второй минуте 52 секунде третьего раунда удушающим приемом победу одержал Эльдар Мунапов! Поздравляем Эльдара с этой победой и, конечно же, спасибо за это противостояние Азизбеку Омонову. Идем дальше.